Друзья, всем привет! Вы на канале тот самый шашлычок. Приготовил рыбку сугудай. На данный момент это у меня рыба скумбрия. Три таких крупненьких хороших рыбки нарезал, замариновал. Что пошел по специям? Готовил рассол, варил на плите. Соль, сахар, уксус, растительное масло, перец горошком черный, перец душистый. Сок лимона. Также приготовил картофель отварной с зеленью. Выглядит просто все шикарно. Мариновалась рыбка в контейнере с репчатым луком 5 часов. Если хотите по-быстрому приготовить сугудай, то это самый лучший вариант. Рецепт будет под видео в описании. Если хотите подольше, то держите в холодильнике не менее 12 часов. Приятного всем аппетита. С вами был я, тот самый шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания.